Ну, здравствуйте. Хочу снять небольшой ролик вот об этой шикарной, красивой теплице. Капелька VIP, приобретенная в уральских усадьбах. Вот посмотрите, какая она мощная. Может быть, не все видно. Установили, конечно, урожай еще у нас маленький, потому что с севера холодно. Но вот смотрите, какая мощь и какая красота, красивая, мощная. Вот. Вот хочу показать, как она выглядит. И стоит ли покупать? Я говорю, стоит. Обязательно. Очень хорошие теплицы выпускает Уральская усадьба. Замечательные, замечательные. Я очень рада. Вот я захожу, как будто в домик. Вот мой, вот этот любимый домик сейчас. Захожу спокойно. Хожу. Вот три грядки мы сделали. Не стали больше, не меньше. Спокойно можно ходить. Спокойно можно работать. Вот хоть я еще шуткой говорю, можно поставить сюда столик и спокойно, если плохая погода, стульчик и работай. Вот наша тепличка. Окно. Дождь прошел. Просто хочу показать, как она выглядит, что это и как это выглядит. Она мощная, мощная. Капелька VIP. Я очень довольна, прямо я счастлива, что такую теплицу я приобрела. И что, какой товар продает Уральская усадьба, берите, очень замечательный, не пожалеете. Вот маленький обзор сделала, сейчас я хочу показать вам парничок, который называется «Хлебница». Тоже там же купила, там же. Сейчас немножко пройду. Вот нашу красоту еще раз покажу снаружи. Вот, чтобы видно было. Наша красавица снаружи. Вот она такая. Сейчас я немножко пойду. Наша красавица тепличка. Вот замечательная теплица. Душ прошел недавно. Вот такая она у вас. Очень хорошая. Очень хорошая. Красота. Мы тут немножко сейчас, у нас участок еще до конца не облагорожен. Заказала плитку. Положим плитку еще рядышком, чтобы все было красиво. Вот наша красавица. Ой, моя. Так, прохожу сюда. Прохожу. Тут у нас дрова, банька. И вот он. И вот он. И вот он. Красавчик. Парничок. Посадила сюда кабачки. Вот они. Вот наши кабачки сидят. Может, не очень видно, но я просто хочу показать, ой, как она выглядит. Вот она. Открывается с обеих сторон. Может быть, не очень много там что-то можно посадить. Но он крепкий. Вот он открывается, он крепкий. Вот я беру, поднимаю. Опускаю, поднимаю. Вот он крепкий, очень крепкий. С каждой стороны по ручке. Вот ручечки. Вот они, ручки. Я вот беру. Сейчас я закрываю его. Уже вечер, прохладно. Наша красотушка, красотулька. Ой, красотулечка. Как она мне нравится. Прям я в нее влюбилась. И вот у нас наш красавчик. Хорошенький. Парничок. Там сзади у нас банька. Насажали луку. Картошка поднялась. Все здорово, замечательно, прекрасно. Вот с вашей продукции
дачный участок стал такой прям замечательный, такой ухоженный. Сейчас немножко еще у нас тут чуть-чуть маленькие нюансы будут, как плитку тротуарную сейчас положим. Вот, вот, вот эта часть будет. И все, и будет завершенный вот этот наш уголочек. Так что моя любимая теплица, я думаю, что она нам прослужит очень долго. Ой, ну это вообще мечта. Мечта. Так что, товарищи дачники, покупайте. Человек, который занимается продажей, очень замечательный, отзывчивый. Все у меня пришло упаковано. Все пришло. Никаких нюансов. Я вам маленький репортаж делаю с Ханты-Мансийского автономного округа, город Белоярский. Так что в любую точку нашей страны продукция доходит. Так что без проблем. Вот она, красотулька. Очень красиво. Небо серое. Небо серое. Дождь должен быть. А это наша картошка. Вот. Вот. Вот так вот все это выглядит. Хочется, конечно, купить еще мне беседку. Но вот посмотрим, конечно. В этом году, может, и нет. На следующий год обязательно. И только у вас. Вот только у вас. Все, больше ни у кого. Спасибо огромное. Мечта моя сбылась. Ой, спасибо. Вот она. Замечательная теплица. Смотрится так красиво, так благородно, красиво все. Вот. Вписалась, как родная. Так что я благодарю работников за отзывчивость, за понимание, потому что мы обсуждали, как ее доставить. Но ничего, мы нашли выход. Все, спасибо. Ну, вот и наш парничок такой хорошенький. Ой, красиво все. Ну, продукция очень качественная, не хлипкая, такая вся, знаете, как вот, вот я захожу в теплицу, как в домик. Вот натуральный домик. Натуральный маленький домик. Для моих любимых огурчиков. Ну, до свидания. Хочу вам отправить это видео. Посмотрите, как все замечательно вписалось.